Новый год принято встречать с семьей за одним столом. Но есть люди, которым не предоставится эта счастливая возможность. Среди них наши пограничники. Как известно, граница всегда должна быть на замке, даже в новогоднюю ночь. Ежесуточно через международный пункт пропуска Рени Авто в этот зимний период проходит порядка 400 единиц транспорта. В выходные дни поток машин и пассажиров возрастает. Еще больше он увеличивается в новогодние праздники, когда родственники, друзья и знакомые отправляются друг к другу в гости. Наближаются новорічні та різдвяні свята для того, щоб наші жителі прикордоння українського Придунав'я могли перетинати державний кордон без проблем. Ми просимо готуватися завчасно вдома, перевірити наявність усіх необхідних документів на право перетину через державний кордон. У разі виникнення черг у пунктах пропуска ми будемо створювати додаткові робочі місця, щоб цих проблем уникати. Щоб кожен громадянин, перетинаючи державний кордон, не відчував якихось дискомфортів. Я живу сейчас в Греции. Приехала только с Греции. Еду к маме в Рени. Ребята работают хорошо. За здрасте проезжаешь границу, как говорят в Одессе. Все, будь ласка, счастливую дорогу. Дякую. Всего хорошего. В новом году. Всего наилучшего. Охранять государственный кордон пограничникам активно помогают их четверолапые друзья. Например, спаниель по кличке Чейд специализируется на поиске оружия и взрывчатых веществ. Кстати, полтора года назад этому псу приходилось работать и на территории проведения АТО, разделяя с хозяином все тяготы и лишения службы в зоне боевых действий. Хочется надеяться, что в 2017 году в нашей стране прекратится стрельба и воцарится долгожданный мир. У ці святкові дні прикордонники замість доброго дня, прикордонний контроль, будуть усіх вітати з Новим роком та Різдвом Христовим. Також хочу привітати від імені командування усіх мешканців нашої прикордонної Бессарабії української з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Побажати усього найкращого у новому році, щоб усі мрії збувалися, а також щоб настав наш очікуваний мир.